Пострадавшие от паводков Павлодарской области заселяются в новые дома. Новоселье отметили жители села Жалаулы. Весенними паводками там подтопило 14 домов. Примечательно, что это первые новостройки в населенном пункте, возведенные за последние 30 лет. На карте села Жалаулы недавно появилась новая улица. Здесь спонсоры построили дома для пострадавших от паводка. Коттеджи площадью 100 квадратных метров стали настоящим подарком для сельских семей. Качество выполненных работ вы сегодня сами, наверное, убедились. Если я говорил, что дома будут полностью благоустроены, значит, они будут дома. Вам сегодня удалось помыть руки в данной комнате, посмотреть печь-котел, которая стоит длительного горения на 200 квадратов, и дом сам. 102 квадрата, как вы говорили, общая площадь, она, в принципе, получилась. Поэтому мы свое слово сдержали, за качество мы отвечаем. В марте селе Жалаулы объявили режим ЧС природного характера. Большая вода оставила без крыши над головой 5 семей. За 3 месяца в населенном пункте для них построили новые дома. Все трудности теперь позади. Есть регионы, которые пострадали от наводнения еще больше. Пусть все семьи, оставшиеся без крова, обретут новое жилье. Отныне жители села Жалаулы защищены от большой воды. После паводков здесь построили 6 километров защитных сооружений и 3 котлована для накопления талых вод. Альбина Кумаргалиева, Карлагаш Касиетова, Марат Игликов, Хабар, Павлодарская область.